Скажи, а вот кто такой стоматолог, ты знаешь? Да. Кто это? Это зубной врач. Он лечит нам зубы. Это врач, который ухаживает за зубами. Который может вырывать зуб или у кого-то болит зуб. Это кто лечит зубы, а нельзя есть конфеты, а то зубы так заболеют, что будет очень больно, придется вырывать зубы. А ты была уже у стоматолога когда-нибудь? Нет. Нет? Ни разу? У тебя зубы вообще не болят? Нет. Да. Что он делал тебе? Вырывал зубы. У тебя зуб болел? Да. Больно было? Да, было. Несколько раз. Мне тоже не было боли. Никогда, ни разу. Я не бывал, но скоро буду, потому что у меня на зубах кариес. У тебя зубы никогда не болели? Я никогда не выпадываю. Была. И как? Мне было больно, но я потом не боялась. Мне вкусно было. Воду-то мне давали в рот, что я попила. Какой должен быть уход за зубами, чтобы они никогда не болели? Надо их чистить. Угу. А что еще нужно делать? Есть много очень сладостей. Она мне говорит, когда хорошую еду покушаю, а потом ты конфеты можно есть, сколько захочешь. Чистить зубы, наверное. Полоскать их зубы. На два раза в день чистить зубы. Перед едой и перед сном. И сам мне мозг подсказал. Очень хорошо чистить, чтобы не было микробов. Не есть конфеты много. Люблю, но мне мама не разрешает много есть. Это откуда такая у тебя информация? От конфет, конечно. Или от мармеладов. От чего? От мармеладов. У меня болит один зубик. Мама меня не отводит. Мне вот тут болит зуб. Я там не могу жевать. Мне очень больно. Она меня никогда еще не водила к стоматологу. А вот как ты думаешь, что стоматолог сделает с твоим зубом? Посмотрит, нет ли там кариеса. А кто тебе сказал, что у тебя кариес? Да просто так откуда-то появился. А сегодня же ночью я думал, я всегда забываю чистить зубы. Но сегодня почистила.